Приветствую вас на нашем канале. Итак, вот заключительный видеоролик. Полотенчик полностью установлен, короб сделан, вентили открыты, вода горячая поступает. То есть вот что у нас и получилось. Вот выходят вентили, кафель. Ну, получилось вот здесь маленько. Место можно делать вот почти впритык. Ну, главное, чтобы вентиль открывался. Этот и этот. И видите, у нас получилось короб одинаковый везде. И вот видите, одинаковое расстояние от вентиля здесь и до вентиля здесь. То есть все по уровню. Ну вот здесь вот еще делают, получаются такие накладные, бывают, ставят. Но это, видите, это надо все параллельно с сантехниками. Когда делают одно сантехники, одно кафельщики, как бы, ну, очень сложно. Или приходится по нескольку раз воду перекрывать, а это понятно, что хозяева делать не будут. Как бы ремонт все-таки не элитный никакой. И также кафель. Вот здесь я просто кафель, получается, подрезаю, когда наклеиваю. И вот вырезаю, выпиливаю, ну как, вот здесь вот для отверстия. А как бы по-хорошему, конечно, надо воду спускать, откручивать вот эти вентили, кафель приклеивать, предварительно сделав отверстие, потом накручивать вентили, и уже подавать опять воду и опять проверять. Ну, это в элитных ремонтах. В обычных ремонтах, конечно, так, ну, почти никогда никто не делает. То есть вот обычно просто плитку подрезается. Но, в принципе, потом тут не скажу, что она сильно тут что-то видно будет особо. Ну, и вот здесь вот получилось. Вот как бы прижалось. В принципе, все ровненько. Ну вот сейчас вот будем тут устанавливать душевую. Ну и еще вот делали короб, когда в туалет. Вот что у нас в итоге и получилось. Вот он, туалет. Так, вот. Вентиль, вот он наш. Он за унитазом, ничего не видно. Вот плитка вот так вот встала под угол. И все, и пошла. Здесь выходы на эти счетчики. И воду, чтобы перекрыть. Ну и если нужно, можно тут подкрутить, в принципе, или снять, заменить. В общем-то и все. Заходите на мой сайт evoremont.ru.